Всем привет, с вами Алекс Айкил, и сегодня мы начинаем прохождение Medal of Honor 2010 года выпуска. В игре нет русской озвучки, поэтому игру для вас буду дублировать я. Играть мы будем на максимальных настройках графики, на среднем уровне сложности. Прежде всего, пожалуйста, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Поставьте лайк под этим видео, и мы начинаем. Приятного просмотра, поехали! Вы, котики, совсем с дуба рухнули. Все чисто. За мной кролик. Продолжайте работать, багром. Приближаюсь. 5 секунд. Ок. Пошел. Давай, вперед, пошел. РПГ. На 2 часа. Огонь. Накрылась гидравлика. Выше. Отменить посадку. Площадка занята. Отставить посадку. Кролик. Прыгай, прыгай. Подожди, откуда это там? Несколько месяцев говорили о свадьбе. Визы закончились. Обратных билетов нет. И они остановились. И никто теперь не знает, где они. Явно непростая эта свадьба. Что-то скоро будет. В Нью-Йорке вторник. Прекрасное утро. Температура. Прерываем наше вещание и переключаемся на прямой эфир из Южного Манхэттена. Видите? О происшествии сообщают. Поступают сообщения о взрывах рядом с Пентагоном. Это мог быть кто угодно, но думаю, это Аль-Каида. Нам нужно их опередить. Собираем отряд и встречаемся у дома. Вуду, монах и кролик уже в пути. Самолет ждет нас. Вуду здесь, кто-то даст и двойка будут рады. Теперь-то они нам... Разведка сообщила, что авиаудары нашли цель. Но нам все равно придется влезть в это. Видим повышенную активность в восточных горах. Форт Брэк. В которой, по данным разведки, террористические ячейки базируются в горных регионах. Провинция Пикития. Наш местный агент размещает здесь особо важные цели. Мы здесь как раз за ними. Господи, кролик, выключи это дерьмо. Сейчас начнется. Ну как вы там сзади? Вас понял, все нормально. Если не считать кролика и его гиндукушский хит-парад. Меня что-то уже хип-хоп монаха задолбал. Так, начинаем. Мама, это твой парень? Нет. Тарик укрывается в городе. Это его люди, а не за нас. Они скажут нам, где он. Вас понял. Повнимательнее там. Здравствуйте. Привет. Они знают, что мы здесь? Нет, нет. Талибы ушли в воскресенье. Отлично, отлично. Нелегальные точки здесь есть? Нет. Тут хорошо все, друг. Сигарету? Нет, спасибо, брат. Вуду, я знаю, где Тарик. Выдвигаемся. Пантера, волки вышли на позицию? Да, с юга Гордес кажется тихим. Вы с Тариком? Еще нет. Дайте знать, если что-то изменится. Выполняю. Подожди.
Буду. Работаю. Быстрее, быстрее. Пошел. Так держать, Вуду. Да, мужик был на волосок от гибели. Мама, будем работать с 4 машинами. Тот тип сказал, что талибы сбежали в воскресенье. Они и все остальные тоже. Вуду, поднажми-ка немного. А у Тарика точно есть разведка? Лэнгли вроде так и думает. Он что-то знает, иначе зачем бы такая охрана? Иду влево. Какого хрена? Вуду, мы тут не одни. Это еще кто такие? Крыша спереди. Одна цель. Окно на 11 часов. Мама, сзади нас блокирует грузовик. Понял. Чеченцы. Черт. Пошел, пошел. Стой, кролик. Давай. Черт. Тупик. Черт. Четвертый, четвертый, ты как? Кролик. Вставай. Выходить надо. Кролик, выходи давай. Отойди от грузовика. Мама, мама, это Вуду. Преследователь готов. Второй, четвертый, идем на своих двоих. Повнимательнее, тут повсюду стрелки. Кролик, пошел. Один на крыше. Скоро выходим. Если будем стрелять отсюда, проще сразу им карту с нашей позиции дать. Идем к вам. Прием. Но стрельба здесь неплохая. Балкон спереди. Мама, Вуду, где вы сейчас находитесь? Та же позиция. Идем к вам. Еще один. Этого снял. РПГ. Чисто. Мама, по улице не пройти. Через обломки там не пробраться. Вас понял. Первый, третий переходят через улицу. Вуду, иди через здание. На улице лучше не выходить. Согласен. Занимайте опорную точку и выходите на связь. Прием. Граната пошла. Давай. Вижу цель. Все чисто. Так, за мной. Тарик, сволочь, пусть теперь объясняется. Захватите район, установите связь, и тогда мы о нем подумаем. Вас понял. Дверь. Открывай. Мы снаружи. Свои, свои идут по балкону, второй этаж. Вуду, кролик, осторожно. Прием, идем к вам. Новые патроны. Пошел. За мусорным баком. Спереди. Вижу его. Этот готов. Кто-то там еще гасит из пулемета. Стрелки, второй этаж. Вижу их. Зашвырнем туда гранату. Ловите, падлы.
Лудо и мама, можешь идти. Мы пойдем наверх, чтобы найти другой маршрут к убежищу Тарика. Прием, собираемся наверху. Вас понял. К двери. Вижу цель. Есть. Убери свет. Баньки. Идем в темную. ПНВ убрать. В смысле убрать? Ты хотел сказать надеть? Сюда. Я первый? Ну ладно. Стоило только одного угандошить, и они сразу научились видеть в темноте. Есть. Все чисто. Лестница. Все, он готов. Влево. Кролик, давай. Вижу цель. А можно мне какое-нибудь другое прозвище? Буду один, трое наверху. Там суета большая, на земле трупы. Вас понял. Идем к вам. Чисто. Цель слева. Ни хрена тут не чисто. Мама, тут дверей до хрена. Двойка, четверка идут наверх. Стрелять осторожно. Вас понял, Вуду. Сюда, лестница. Мама и Вуду, идем к вам. Прием, два боевика, верхний этаж. Смотреть на верхний этаж. Вижу цель. Крыша. Четверо. Свои идут. Граната пошла. Все чисто. Вуду, у тебя справа свои. Пантера. Я мама. Давай, мама. Тут все накрылось. Кругом боевики. Кто-то нас заложил. Черт. Тарик у вас? Идем пешком, выдвигаемся к точке. Прием. Пошли. Тарик на другой стороне города. Уже близко. Цель справа. Монах, ты со мной. Вуду, вы с кроликом заходите справа. Выходи, когда мы огонь откроем. Окей. Пошел, пошел. Обойдем этих уродов. Крыша спереди. Глубоко зарылся. Вуду, давай. Крыша, РПГ. Ах, черт. Вижу цель. Сволочь. Вуду, кролик, вы как? Думаю, да. Нам подсказки Тарика не нужны. Мы знаем, где боевики. Думаю, знаем. Ага, тут, блин. Выходи, мы тебя прикроем. Прием, кролик, мы выходим. Пошли, пошли. Черт, боевики. Крыша. На лестнице. Статус. Чисто. Подсоби ко мне. Наверх. Блин. Тарик переметнулся, мама. Дом. Тут весь дом подстава. Магазины сменить, смотреть в оба. Если Тарик здесь, будем брать живым. Пошли.
Вот он. В укрытие, на открытое место не выходить. Прием. Они уходят. Справа. Ах ты гад, я тебя достану. Наверх. Откуда? Чё, мы тут не можем перепрыгнуть? Блин, ну ладно. Придется обходить. Дверь. Чисто. Вас понял, пошли. Вуду, прикрой дверь. Черт, Тарик. Если и переметнулся, то не по своей воле. Ложись. Черт. Черт, мама. Это не наш. Что теперь? Пантера и мама. Мы прибыли на место. Тарика нет. Повторяю. Повторяю, Тарика нет. Мама, повезло тебе. В Лэнгли есть фотографии с беспилотника. Вас понял. Выдвигаемся. Не будем тратить время. Спускаемся вниз. Мама, Джимми говорит, у них может быть Тарик. Дюжина парней с оружием и один пленный. Быстрее, господа. Шевелитесь. Крыша. РПГ. Кролик, влево или вправо? Цель слева, в здании. Два боевика. На лестнице. Справа. Береги себя, братишка. Хороший дробаш. Укладывает противников с одного попадания. Но, как у всех дробовиков, один минус. Это дальность стрельбы. Лучше возьмем калаш. Чисто. Быстрее, быстрее. Пантера и мама, мы у южной двери крепости. Нам нужен ключ. Чем помочь нам можешь? Вас понял, пометим цель. Об остальном позаботится пожар. Захожу на цель, Пантера. В укрытие. Ждите указаний, время на цели 5 секунд.
Тук-тук. Пошли. Вперед, пошел, пошел. Черт. Вижу цель. Пригнись. Блин. 12. Вижу их. Наверх, наверх. Отсюда, наверное, хрен попадешь. Надо подобраться поближе. Монах, подорви грузовик. Вуду мы уничтожим орудие. Вас понял. Кролик сюда. Могло бы и больше быть. За углами следить, но идти быстро. Вуду и мама. Доложите обстановку. Мама, отсюда мы не попадем в пулемет. Вас понял. Мама, следов Тарика нету. Прием, мы идем. Выйдем с верхнего этажа. Стой. Боевик. Вижу цель. Драгунов бы помог. Не высовывайся. Снимай пулеметчика. Мама, спасибо. Мы выходим во двор. Пригнитесь. Тут кругом боевики. Вперед, вперед. Мама, я Вуду. Растрясли мы, блин, клетку. Враги выходят из домов по той стороне двора. Наверх. Кролик, здание, здание. Мы выходим. Будем из винтовки прикрывать наших товарищей. Винтовка топ. Мама, здание зачищены. Выхожу. Вас понял, свяжемся во дворе. Вижу цель. Черт. Дверь сарая справа. В окне над гаражом. Вижу. Они внизу. Давай, покажись. Статус? Чисто. Черт. Теперь все чисто. Кролик, сюда. Следы Тарика есть? Нет, просто кучка дохлых уродов. В здании чисто. Сюда. Гранаты. Вуду, бери дверь. Сколько там боезапасов? 5 магазинов. 7 гранат. Можно. Так, здесь может быть Тарик. Возьмем его живым. Прием. Берем его. Цель справа. Чисто. Иду наверх. Они в гараже. За машиной. На 2 часа. Значок типа хедшот обозначает. Живучий чертяка. Статус. Чисто. Стойка. Что думаешь? В этом здании вроде чисто. Его охраняли 2 чеченца. Ага.
Кролик, ты со мной. Мама, мы взяли другую дверь. Прием, становись. Помните, здесь старик. Вас понял, становись. Вышибай. А их тут до хрена. Тарик? Нет. Идем дальше. В конце зала. В Тарика не стрелять. Жетонов с именем у них нет. В старика не стрелять. Пошли. Цель справа, за столом. Готовы. Тарик? Нет. Бегом, бегом. Снаружи. Справа чисто. Слева чисто. Через двор. Перезаряди. Иди тихо. Так, точно. Вижу цель. Это Тарик. Козел. Пантера, я мама. Идем к вам. Доложить обстановку. Все хорошо у нас, PC. Вас понял. Вы что-нибудь там целым оставили? Мы за вами наблюдаем. Держим ваш тыл. Доволен с меня этой хрени. Это еще что, блин, за паскудство? Это Талибан. У них повсюду шпионы. Забрали все. Оставили только раненых. Пожалуйста, найдите их. Найдите их и всех убейте. Хрень какая. С чего ему верить-то? С чего нам тебе верить? Прошу вас. У меня дочь. Я хочу, чтобы она пошла в школу. Я хочу, чтобы у нее были все права. Вы не понимаете? Ладно, ладно. Понимаю. Где враги? Шахикот. Шайкот? Это что? Это на пушту. Это значит долина королей. Шахикот. А где это? Там. Сколько их? Много. 500 солдат. Или больше. Нужна будет лодка покрупнее. Тревога! Монах, смотри влево. Подожди. Блин. Ни хрена себе. Мама, я Пантера. Нужна поддержка с воздуха. Вас понял, Пантера. Следим за штурмовиками. Мама, какой план? По дороге не пройти. Как хочешь, но до передних ворот доберись. Справа там люди, снимай их. Спереди. Вы навелись на минометы? У нас тут новые проблемы. Справа, справа. Падла. Срезаю путь. Машины слева. Боже, вот психи. Бери их. Держим ворота. Оттуда бьют союзники. Вас понял. Орудие на 11 часов, второй этаж. Мама, из ворот десяток людей прет. Готовы. Давай, давай.
Машина спереди. Сколько же тут этих ублюдков? Прощай, недоносок. Афганцы взяли ворота, мы выходим. Мама, я Пантера, мы попали под минометный огонь. Кажется, стреляют с южной части аэродрома. Вас понял. Надо найти минометные расчеты. Сволочь. Вот сейчас наваляю. Стой, конец. Слезай. Боевики. Снимай их. Мама и Пантера, мы попали под минометный огонь. Кажется, стреляют с южной части аэродрома. Вас понял, Пантера. Отсюда пойдем пешком. Цели справа. РПГ. 11. Второй этаж. Охренеть. Сволочи. Надо позаботиться об этом ракетчике. Молодец. Приятно, когда тебя хвалят. Куда? В здании. Свои. Цель слева на лестнице. На 11 часов. Чисто. Бери лестницу. Устроим тут мощную бомбардировку. Вас понял. Патроны нашли. Это хорошо. Кролик, иди помечай цели. Нептун 1, я начальник. Переключаю на злодея 3-5. Злодей 3-5, я Нептун 1. Цель скопления солдат у ворот. Там много людей могут обстреливать. Нептун 1, говорит злодей 3-5. Отсюда ковбоев от индейцев не отличить. Можете пометить цель? Кролик, пометь ворота для авиации. А какие ворота? Эти что ли? Вас понял, цель помечена лазером. Молодец, злодей 3-5. Цель поражена. Вас понял, Нептун 1. Иду на второй заход. БТР, спереди. Злодей 3-5, отработайте по той же позиции. Помечаю цель. Обезвредить машину. Вас понял, злодей 3-5 заходит на вашу цель. Приближаюсь. Снимай. Злодей 3-5, я Дельта Хотел. Техника уничтожена. Вас понял, Нептун 1. За работу. Тут до сих пор неприцельно бьют минометы. Ты их расчеты видишь? Нет, Пантера. Ждите указаний. Вас понял. Бери лестницу. Попробуем найти минометчиков. Повнимательнее. Найдем минометы. Я под обстрелом. Минометный расчет на 2 часа, примерно 100 метров. Вали их. Сосредоточься. Работай по целям. РПГ, второй этаж. Упс. Немножко не туда забежал.
Хотя мы, может, отсюда сможем его снять. Да. С ним покончено. Минометный расчет уничтожен. Минометы с другой стороны забора. Зададим им. Давай сюда, вниз. Осколочные нам не нужны. Черт. Цель справа. Справа два минометных расчета. Черт. Внизу боевики. Я думаю, только отсюда мы можем их снять. Патроны кончились. Придется воевать жалким пистолетиком. Ну, в принципе, он тоже неплох. Пошли. Вот эта дура. Надеюсь, она так же разрушительна, как и выглядит. Тревога. Пантера и мама. Скажи штурмовикам, чтобы успокоились. Мы на кладбище. Дальше справимся сами. Вас понял. Слушай, с минометами ты разобрался? Работаем, конец связи. А ну-ка жахнем. Это все? Блин, пукалка какая-то. В реальной жизни из таких вертолеты сбивают. А тут она даже пару противников убить не смогла. Сверху, в самолете. Боевик в самолете. Цели на один час. Снайпер, спереди. Отлично, Пантера. Все минометы уничтожены. Вас понял. Джимми слышит разговор об атаке талибов с востока. Я ничего не вижу. Прием, мы идем к вышке. Как прибудем на место, сообщу. Будешь нашими глазами и ушами, Пантера. Вас понял. На вышке, да? Да, идем к ангару и проходим в диспетчерскую вышку. Мы захватываем вышку и берем базу. Прием. Чё, завис, бандит? Тут свои. Сорян, перепутал. Вы просто очень похожи. Скорее. Укроемся тут ненадолго. Нет, в этой хреновине нет ракет. Возьмем обратно калаш. Справа. Тут свои, тут свои. Наверх, наверх. Опять попутал. Да чего таить? Он мне просто не нравится. И я хочу его убить.
Так, за углами следить не забываем. На 2 часа, 2 цели. Спереди. В укрытие. Машина. Там чисто. Пойдем-ка наверх. Следи за углами. На лестницах чисто. Мама Пантера, смотрите в оба. К вам поехал грузовик. Вас понял. Им ничего не удалось. Прием. Говорят, талибы затеяли контратаку. Далеко вы от башни? Стой, Пантера. Почти дошли. На той стороне двора. Дайте нам 15 минут. Парни, хватит. Тут в пролете ни хрена вообще не видно. Пантера, мы выходим. Вас понял, все чисто. Монах, Вуду налево. Пулемет на балконе. В танке никого? Показалось. Там вроде стоит красная бочка, но я почему-то не могу в нее попасть. Цели справа. Иду наверх. Вижу цель. Цель на 10 часов. Вот. Цели в окне, скорее. 3 цели снизу, в укрытие. Эй, стреляй по баллонам. В здании чисто. Пойдем наружу. Давай, начали. Ложись. Ух, ни хрена. Черт. Пантера и мама, отзовите летунов. Вас понял, отзываю. Борты прибудут, как только мы займем вышку. Дайте нам 10 минут. Вас понял. Слышим активный радиообмен на пушту. И это не союзники. Занимайте вышку. РПГ. Вижу цель. 2-й этаж. На вышке засело много боевиков. Давай наверх. Как они нам не рады. Черт, снайперские винтовки. Да там все в перемешку. И снайпера, и гранатометчики. Тут их из автомата расстреливать не очень удобно. А уж из пистолета подавно.
Я нашел винтовку. Но немного поздно. Ладно. Все равно пригодится. Стой! Кролик, давай погнали. Справа чисто. Бегом, бегом. Навались. Да, вблизи с ней, конечно, особо не повоюешь. Хотя... Чисто. Вуду, брось туда гранату. Граната пошла. Пошел, пошел. Боевик убит. Чисто. Что это за хрены? Ополченцы. Ребята Тарика. Мы выходим. Чисто. Черт, Пантера, я мама. Скажи начальнику, что мы внутри вышки. Если будут бомбить дальше, аэродрома тут не станет. Вас понял, мама. Поскорее там. Вас понял. Скоро буду на месте. Вижу цель. Статус. Чисто. Сюда? Вижу цель. Чисто. Ко мне. Ну ты, блин, даешь. Опять ступеньки. Борты уже в небе. Готовы нанести удар. Там грузовики, кролик. Злодей 3-5 заходит на цель. Веду огонь. Ракеты Hellfire готовы. А это, видимо, свои. А кого бомбить-то? Вижу технику на юге деревни. Можешь пометить и сразу выбирать новую цель. Иду на цель. Ракета пошла, Нептун. Ну вообще... Наводи, кролик. Нептун, злодей 3-5, вышел на цель. Ракета пошла. Мило. Вижу технику на севере деревни. Цель поражена. Бомбы с лазерным наведением готовы. Дельта Хотел. Иду на цель. Эй, кролик, у талибов похожие танки есть. Танки против авиации. Ставлю на авиацию. Вижу на горизонте русские танки. Цель поражена. Отлично. Готовы. Молодец.
Сейчас отмечу. Бомби. Ага, готовы. Вижу технику на юге деревни. Нептун, бомба сброшена. Их все больше и больше. И машины, и танки. К счастью, я знаю, чем мы их встретим. Пересекаю дорогу, ликвидирую их. Так. Враги уничтожены. Вас понял, Пантера. Аналогично. Господа, мы захватили аэродром. Охренеть, какой ниндзя. Включайте. Генерал Флэг на видеосвязи, сэр. Сэр, готово. Полковник, мы рассмотрели ваш план, и он нас немного беспокоит. Что вас беспокоит? В Лэнгли мне сказали, что с нами собираются воевать от 100 до 350 бойцов из Аль-Каиды. Там же могут быть особо важные цели. Если они уйдут в Пакистан, мы ничего не сможем сделать. Цифры неверны, сэр. Разведка говорит, что мятежников куда больше. Возможно, более 1000. Если так, то нам однозначно надо выдвигаться уже сейчас. Сэр, сейчас в долину входят перворанговые отряды элитного спецназа. Они уже передали нам полезные разведданные о дислокации противника в горах. Для начала неплохо, но в первую очередь туда надо отправить 10-й Матаун. Сэр, спецназовцы опознают вражеские цели и уничтожат их с воздуха. Полковник, вы меня не слышите? Объясняю. Вам дается 24 часа на высадку наших войск в долине. 24 часа. Выполняйте. Разговор окончен. Что там у нас с передовыми отрядами? Волки должны прибыть на позицию через час, не позже. Сейчас они мчатся в зону боевых действий. Мчатся? Волки звери быстрые. Да, Степантера, мы подходим к укрытию. Разрешение получено. Вас понял, Пантера.